Nokia N70. Замена разговорного динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia N70». Динамик выходит из строя или работает некорректно, чаще всего из-за повреждений мембраны мусором, который попадает через выходное отверстие динамика. Меняется он легко. Поддеваем динамик пинцетом и извлекаем его. Новый динамик устанавливаем пинцетом в корпус. Ориентиром для корректной установки служит небольшой выступ на динамике, который должен совпасть с предназначенной для него канавкой, для того чтобы контакты динамика совпадали с контактной площадкой на плате. С обратной стороны корпуса над динамиком установлена резиновая окантовка для уменьшения потерь при передаче звука. Все, разговорный динамик заменен.